Сегодня морозный день, вышло наконец солнце, прямо как у Пушкина, мороз и солнце, не у Пушкина, да, мороз и солнце, день чудесный. Вот, сегодня мы занимаемся очень интересной практикой, сегодня как бы вот эти предновогодние, имеется в виду старым Новым годом, такие дни очень интересные, когда можно различные желания загадывать и пытаться, значит, их запустить для того, чтобы они реализовались, да. Ну, кто-то гадание проводит, ну вот нужно прийти как бы вместо силы. Ну, есть определенные ритуалы, но я вам просто говорю общий такой момент, прийти вместо силы, как раз мы сейчас находимся в одном из мест силы, здесь довольно-таки сильная энергетика, вот, и, значит, встать лицом туда, куда вы почувствуете, вам лучше встать лицом, в том направлении, в котором, ну, по ощущению вы почувствуете, и сделайте посыл желания своего, как бы в пространство, в окружающую среду, да, и если пространство, так сказать, примет ваше желание, да, оно вам обязательно ответит, и это желание выполнится. То есть, если это желание не истинное, а оно такое, ну, типа там, хочу там у соседа, чтобы было там что-то плохо, да, оно на самом деле не истинное желание, это просто у вас такая маленькая месть, да, вот, оно не реализуется, а вы наработаете негативную карму. А если желание истинное, скажем, хотите идти по пути совершенствования или по пути, чтобы было благополучие у вас, у вашей семьи, у ваших близких, друзей, хорошее желание, то она обязательно может реализоваться. Поэтому загадывайте желание хорошее в эти дни, и я вам желаю успеха.